Привет, друзья! Продолжаем обзор индикаторов радиоактивности производства Кыштымского радиозавода. Многим понравился мой предыдущий обзор, где мы познакомились с индикатором ТРСБ-88. Но так случилось, что ко мне приехал еще один неплохой прибор из той же серии. И называется он бытовой индикатор кварц ДРСБ-01. По традиции осмотр начнем с коробки. Коробку я рассматриваю не для того, чтобы растянуть видео, а для того, чтобы проникнуться атмосферой того времени, когда был изготовлен этот прибор. Итак, упаковка сделана из картона, сбоку скреплена скрепками, оклеена бумагой с информацией, и что самое интересное, здесь используется казеиновый клей. Во времена СССР именно таким клеем и клеили бумагу, я сам таким пользовался в детстве. На лицевой части мы видим знакомый нам логотип Кыштымского радиозавода, наименование прибора кварц ДРСБ-01 и его тип – бытовой индикатор. Также здесь указаны технические условия его производства. На обратной стороне дата контрольной проверки – сначала одна, потом другая, ну и соответственно два штампа ОТК. Цена не указана, указана масса и гарантийный срок хранения. Правда, тут написано «гарантийный». Чтобы открыть коробочку, нужно разрезать бумагу сверху, что я уже и сделал. Внутри нас ждет сам индикатор и руководство по эксплуатации. Если вы смотрели обзор ДРСБ-88, то помните, что в руководстве присутствовал совершенно замечательный текст про обычного жителя СССР, у которого дома стояла рентгеновская установка, а в гараже лежал гамма-дефектоскоп. В этом же документе таких уникальных сведений нет. Но кое-что интересное все же можно вычитать, поэтому предлагаю выборочно ознакомиться с инструкцией. В разделе «Назначение» мы видим информацию, что индикатор кварц ДРСБ предназначен для определения аномальных отклонений гамма- и бета-излучений, а также для поиска их источника. Помимо этого, индикатор может использоваться населением для оперативного радиационного контроля обстановки. Правда, с оговоркой, что для официальных заявлений о проблемах с радиацией прибор не предназначен. В разделе «Общие указания» дана вполне толковая информация о проверке при покупке, о гарантии, ну и тому подобное. Однако далее мы узнаем, что кварц предназначен для эксплуатации при температуре от 263 до 313 градусов Кельвина. И я, честно говоря, впервые вижу, что бытовой прибор ориентирован на людей, которые измеряют температуру в Кельвинах. Правда, видимо, для таких, как я, в скобках даны и градусы Цельсия. Но мне кажется, что тут все не так просто. Например, если внимательно вчитаться в дальнейший текст, то можно узнать, что после холодных условий прибор нужно выдержать при нормальной температуре 2-3 часа. И вот тут у меня вопрос. Индикатор весит всего 120 грамм. Я ради эксперимента заморозил ее в холодильнике в течение часа, потом достал, и уже через 30 минут температура прибора сравнялась с комнатной, даже конденсат высох. Вопрос, собственно, следующий. Что подразумевается под зимними условиями, если размораживать дозиметр надо в течение 2-3 часов, даже с учетом конденсата? Что-то тут все подозрительнее и подозрительнее. Далее интересный абзац о батарейках прошлых лет, которые могли выделять электролит. В общем, если речь идет о небольших выделениях соли, ее можно удалить тряпочкой. Затем в руководстве идут сведения о комплекте поставки. Это сам индикатор кварц, две батарейки, руководство и коробка. И ниже основные технические характеристики. Время выхода на рабочий режим 5 секунд. Время непрерывной работы не менее 100 часов. Габариты 155 на 70 на 25. На самом деле чуть меньше. А масса указана 250 грамм, но в реальности индикатор без батареек весит 120 грамм. Из раздела описания мы узнаем, что индикатор – это портативный носимый прибор для обнаружения и предупреждения с помощью звуковых и световых сигналов об источнике излучения. При этом зеленый сигнал говорит о нормальном фоне,
а красный – о наличии повышенной радиации. Кроме того, индикатор оборудован звуковым сигнализатором. Для подготовки индикатора к работе необходимо установить в него батарейки и включить питание. И теперь самое замечательное место в инструкции. При естественном фоновом излучении индикатор должен давать от 1 до 4 звуковых щелчков в секунду. Здесь я обязан забежать вперед и сказать, что внутри установлен газоразрядный счетчик SBM-20, у которого один импульс в секунду соответствует мощности дозы в 35 микрорентген в час, а 4 импульса – это уже 140 микрорентген в час. Вопрос к разработчикам. Они точно уверены, что 35-140 микрорентген в час – это естественный фон? И еще мне понравилась фраза из руководства о том, что не следует поручать ремонт прибора случайным людям. Ну ладно, давайте наконец отложим инструкцию в сторону и познакомимся непосредственно с индикатором кварц DRSB-01. Это прибор черного цвета, он достаточно небольшой и легкий. Корпус пластмассовый, на его передней части мы видим наименование модели, два индикатора фон и внимание, прорези звукового динамика, а также выключатель. Я также видел более красивые фотографии индикаторов с надписью «Кыштымский радиозавод», но на моем приборе такой нет. Сзади находится крышка батарейного отсека, перфорированное окно напротив счетчика, а также табличка с предупреждением о высоком напряжении внутри прибора. Внутри батарейного отсека видны наклейки с серийным номером и настоящей датой выпуска прибора – июль 1992 года. Интересно, что он как минимум дважды перепроверялся в 1994 и 1996 году. Устанавливаем батарейки. И включаем прибор. И вот мы сразу же слышим достаточно громкие, четкие щелчки. И видим вспышки зеленого светодиода. Звук здесь просто отличный, это никакая не электроника, это настоящие импульсы газоразрядного счетчика. И они звучат даже лучше, чем у DP5. Частота щелчков соответствует нормальному фону. Но давайте поднесем слабый источник излучения к заднему окну индикатора. Благодаря тому, что здесь сквозные отверстия, бета-частицы прекрасно попадают прямиком на счетчик. И благодаря такому доступу мы мгновенно получаем реакцию даже на урановое стекло, которое является слабым бета-излучателем. Возьмем более мощный источник гамма-излучения. И тут индикатор кварц уже вовсю верещит, предупреждая об угрозе. Еще раз повторю, звуковые щелчки громкие и четкие. Их отлично слышно даже на улице. Чувствительность очень хорошая. Индикатор видит источники излучения на довольно большом расстоянии. Причем как гамма, так и бета-источники. Давайте проверим теорию, начиная с какой мощности дозы кварц включает сигнал внимания. Ну вот примерно с такого расстояния. Возьмем дозиметр МКС и узнаем мощность излучения в этой точке. Прибор показывает примерно 150 микрорентген в час. 152 микрорентгена в час. Опасно. Ну, действительно, это вполне сочетается с тем, что написано в руководстве про 4 щелчка в секунду. Прибор выключен. Это, кстати, хорошо, потому что если вы пользуетесь этим индикатором как сигнализатором и видите сигнал красного цвета, то это однозначно говорит о том, что фон в данном месте существенно повышен. Теперь посмотрим, как устроен кварц DRSB. Чтобы попасть внутрь, нужно открутить всего один винт. И открыть корпус. Он держится на двух защелках. Внутри мы видим текстолитовую плату с радиодеталями, трансформатор блокинг генератора, счетчик SBM-20
И еще под платой виден звуковой пьезодинамик. Обратите внимание, что в кварце используется полноценный счетчик SBM20 вот с такими контактами. И это очень ценно, потому что именно в таком исполнении его можно использовать и в других советских дозиметрических приборах, включая серию военных дозиметров ДП. Эта модель счетчика относится к высокочувствительным, и именно SBM20 применялся практически во всех бытовых дозиметрах недавнего прошлого, а также и во многих современных приборах. А если посмотреть на сегодняшнюю цену индикатора, то оказывается, что его стоимость даже меньше, чем самого счетчика отдельно. И это огромный плюс. Счетчик лежит на кусочках поролона. Ну, вполне себе неплохое крепежное решение. Существовал также вариант индикатора кварц со счетчиком C180G. Судя по маркировке, он предназначен для регистрации гамма-излучения. Но, к сожалению, характеристик счетчика C180G мне найти не удалось. На плате, помимо привычных деталей, мы видим две микросхемы. Одна из них – это логика, вторая – это счетчик. Транзисторы здесь уже относительно современные. Все-таки это уже 90-е годы, а не 60-е. Ну и вместо лампочек в приборе используются светодиоды. Есть, однако, один не очень приятный момент – это громкий писк трансформатора при работе. Ну, тут уже ничего не поделаешь, таковы нюансы блокинг-генератора. Зато все конденсаторы в приборе надежные, здесь ломаться совершенно нечему. Правда, у меня индикатор изначально не хотел включаться, а проблема оказалась в окисленных контактах выключателя на нижней стороне платы. Я их зачистил, и все заработало. Но лишний раз снимать плату я бы не советовал, так как у трансформатора очень тонкие проводки, и их легко сломать. Кстати, Кыштымский радиозавод до сих пор в строю. И не просто в строю, а плотно загружен работой. У него достаточно много продукции в ассортименте, так что предприятие не заброшено. Оно трудится, и это очень хорошо. Давайте подведем итоги. В качестве индикатора радиации кварц DRSB01 очень достойный аппарат. Он имеет высокую чувствительность, в нем используется один из лучших счетчиков, прибор неприхотлив к питанию, звук у него громкий и четкий. Один единственный минус – отсутствие цифровых показаний. Но это именно индикатор, у него по принципу работы не предусмотрено никаких дисплеев и измерительных головок. И несмотря на то, что кварц был разработан 30 лет назад, этим прибором как индикатором совершенно точно можно пользоваться даже в настоящее время. Я считаю, что с учетом его цены на сегодняшний день кварц вполне стоящее приобретение. Мне также в нем понравилось, что порог тревоги настроен на 150 микрорентген в час, то есть прибор не будет выдавать ложных тревог на какие-нибудь граниты. А вот уже на реальный источник излучения будет. А на этом я заканчиваю обзор. За просмотр всем спасибо. Подписывайтесь, комментируйте и заходите за новыми видео.